В Государственной Думе состоялось заседание жюри ежегодной литературной премии партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В этом году впервые обозначена тема премии «Во имя России. Традиции побеждать». Не просто будет выбрать достойных лауреатов нашей премии среди, прежде всего, поэтов, в том числе из-за того, что многие пишут прямо с передовой, с фронта, и в стихах у многих эта тема звучит очень ярко. Более 300 заявок было прислано на конкурс. Из них в финал прошли только 46. Теперь жюри необходимо выбрать лучших в номинациях «Молодая поэзия», «Молодая проза» и «Молодая публицистика». Победители и лауреаты будут объявлены уже этой весной на торжественной церемонии награждения. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов провел видеоконференцию по теме «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Если мы говорим об обеспечении здоровья населения, включая сюда реабилитацию, включая сюда тех людей, которые пострадали вот в последнее время из-за сложившейся ситуации, то это должно быть в любом случае надведомственный проект, междисциплинарный проект, который позволил бы проанализировать и на доказательной основе разработать комплекс мероприятий. Говорили о необходимости систематизации изменений как в медицине в целом, так и в области реабилитации, о профессиональной подготовке и повышении квалификации врачей-специалистов, расширении доступности всех реабилитационных программ и внедрении новых специальностей. Все материалы по итогам ВКС «Справедливая Россия за правду» представит на межфракционном заседании «Реабилитация участников специальной военной операции», которая пройдет 20 февраля в Госдуме.